Новое месячное обновление для Sea of Thieves уже здесь. Готовьтесь к поиску новых сокровищ, сражениям с грозным врагом и самым неправдоподобным басням. Все это и многое другое вы найдете в контентном обновлении The Seabound Soul. В отсутствие герцога, Джим взял руководство и отправляет команды на поиски ценных пепельных сундуков. Прогуляйтесь по острову и поохотьтесь на древних скелетов. Или же возьмите курс на облако, похожее на горящий корабль, и приготовьтесь к сражению с беспощадной пепельной армадой. Для игроков, ищущих захватывающие истории, появились новые, сюжетно-ориентированные задания басни. Присоединитесь к капитану Пендрагону для того, чтобы раскрыть тайну грозного корабля, пепельного дракона и зловещей новой угрозы. И мы повышаем градус, добавляя новые огненные снаряды. Эти взрывающиеся снаряды позволяют нанести колоссальный урон противникам. Если вы хотите добавить дел ничего не подозревающей команде, то можно либо выстрелить огненными бомбами из пушки, или же кинуть их прямо в лицо сопернику. Выбор за вами. Однако лучше держать под рукой ведро с водой. И на этом обновления не заканчиваются. Появились новые наряды на черном рынке. И неважно, ломятся ли карманы от золота или у вас проблемы с дублонами, что-то найдется для каждого. В свою очередь, в пиратскую лавку завезли огромное количество новых эмоций. И неважно, хотите ли вы дисциплины в команде или рассказать о том, что чувствуете на самом деле. Ах, как это мило. Наш новый бандл с эмоциями определенно заставит вас веселиться так, будто никто не смотрит. К тому же появились новые животные, а заодно их гардероб обновился элегантными одеждами. И время сказать спасибо, ведь мы празднуем День Благодарения тематическими инструментами и костюмами для ваших домашних животных. Или же измените внешний вид своего корабля при помощи новых премиальных скинов. Гарантированно предотвращают космическое вторжение, а заодно выглядит очень стильно. На арене тоже хватает изменений. Появились новые косметические предметы, за которые можно сражаться. Заодно вы можете разукрашивать части вашего корабля на свой вкус и показать другим свое чувство стиля. К тому же мы уменьшили количество одновременно доступных карт, а это значит, что вам придется попотеть, сражаясь с противником в попытках добраться до сундука. Стратегическое использование нескольких бомб, которые вы найдете на борту, поможет развернуть ход сражения в вашу пользу. И даже это еще не все. Красные дубовые сундуки теперь можно открывать прямо на месте и забирать их содержимое. Заодно появилась возможность создавать костры. И новый портативный сундук для амуниции, который позволит вам быть во всеоружии во время схваток на берегу. Так что готовьтесь поджечь землю под вашими соперниками с очередным ежемесячным обновлением Sea of Thieves под названием The Seabound Soul.